что Ваня везде. Везде есть ограничения. Почему, знаете, столбы фонарные? А у христиан тем более ограничения. Да. Потому что несколько ребят бывают с мячами бегают. Вот сегодня 9 мая. День Победы. Мы приехали навестить сестру Настю к Татьяне Кузьминишне. Вот гуляем. Чего, Настя? Скажи, люди спрашивают, интересуются, как ты, как твое духовное состояние? Ну, слава Христу! Господь такие чудеса являет, что сильно, сильно плохо себя чувствовала. И этот, получилось так, что не получилось обезболивающего принять. Боли были не то чтобы сильно мучительны, терпеть все в силах, все в силах Божьи. Но тяжело было, конечно. Ну что делать? Это все Таня Капустина подходит. Говорит, ну что мне с тобой хорошее сделать? Ну чем тебе помочь? Ну чем тебе сестра помочь? Я говорю, пошли молиться. Ангел, пошли. Ну давай мы молиться. Молимся. Помолились. Всех вспомнили. Папу вспомнили, вас вспомнили. Только встали с молитвы, у меня голова прошла. У меня все болеть перестало до такой степени, что мне даже есть захотелось. Вы представляете? А такое мне только после сильных обезболивающих бывает, чтобы есть захотелось. Слава Христу! Вот такие чудеса, как же тут можно? Можно что-то, вот единственное, что спрашивают, говорит, может отвезти, говорит, к вам? Я говорю, нет. Я вас поручила Господу, помните же там, в храме, при больнице, когда молились. Как я вас поставила перед иконами и сказала, Господи, я воспитывала эти 10 лет, которые ты мне дал. Теперь на все воля твоя. Да будет. Отдаю, говорю, тебе их. Ты их мне дал. Ты их и доведи до Царства Твоего Небесного. И Пресвятой Богородице помолились. Поэтому я теперь за вас не волнуюсь. У вас есть помощь и защита, Господь. Если возникают проблемы, что делаем? Молимся. Не просто молимся ребята, а с благодарением. У меня почему-то другие молитвы не идут. Только благодарность. Слава свое. Вот вроде хочется за вас попросить. А сразу свое думаю. А ведь они могли 11 лет назад с сиротами остаться, вообще без мамы расти. Стою и благодарю, говорю, Господи. Увидела, как у сына усы вырос. Где я учусь? Нету. Что-то прочикались там уже. Я говорю, Господи, слава тебе. Как просила, получила. И больше того, 9 месяцев после операции Господь меня вел. 9 месяцев еще мял, формировал. Как мама беременная ходит 9 месяцев, так мне еще Господь 9 месяцев до этой операции. Слава Христу. Так что все это не зря. Все, Господь что не делает. У тебя пальцы розовые. Ну, желтые, смотри-ка. А вот розовые. Так что все, что Господь не делает, все делает лучшим. Так, такие чудеса Господь творит. Что вы еще? Я же говорю, какие тут обезболивающие? Молитва. Господи, слава тебе. Помолились и пошли. Я там целую тарелочку даже. Тарелочку супа съела. Так что Господь такие чудеса творит. Поэтому я за вас не переживаю. Если какие проблемы, встали, поблагодарили Господа, славу Ему вознесли, а потом прыгнул. Ясно? Слышишь, что вы? Смеется, я с ним разговариваю. Пойдемте в ту сторону. Так, осторожно, а то меня немножко штормит. Чую ветер, кто-то не налет. Вот. Да немножко ножки. Конечно, когда ты последний раз на улицу ходила? Когда на улице, когда он дядя Сережа мне привез. Вот. Ой. Я каждый день гуляю. Ну, с школы, дома, до колледжа, с колледжа, до дома. А мы вообще. Собакой. А ты без молитвы из дома не выходи. Кто? А кто? А про кого мне сказали, кто на поселке ездит? А? Из дома выходишь, да. Помолился, предупредил, я туда. Благословите.
Ну, просто они, видимо, Ваньку старшему. Не... Видимо, они Ваньку не заметили, потому что я тогда с Ваней был. Ну, не знаю, мне уже сообщили. Вот тогда с Ваней что... ехали. Так что ты представь, ты у меня здесь под контролем. А, о, Господи, ты тем более под контролем. Кто? А собака. Я в каком-то дне о том, о котором говорили. Так, как тебе, Настя, на молитве пришла? Какая мысль насчет лета? Насчет ребятишек. Молилась Господу. Все переживала. Что с ребятишками? Ну, сердце-то переживает, но дети все-таки. Как я с ними со всеми воевала? Вот, кстати, особенно с маленьким, который кричал. Чудо-чудо, дивное-дивное. Который не рос, не рос. Ничем покормить не могли. На все аллергия. У Вани была на все аллергия? Да, у Вани на все аллергия была, даже на картошку. Мы не могли его картошку кормить. И ни одна смесь не подходила. Козье Господь молоко. Был. А, не было козы. А. Козье молоко, вот, выкормили. Тоже слава Богу. Ну вот, молилась я, переживала за них. И как будто рядом кто-то стоит в лагерь на лето младших. Стою, думаю, Господи, ну а как же? Это все на 2 месяца. Только на лето. Господь усмотрит. Что к чему. И тут на память такие стихи всплыли из Библии. Господь и бесплодную вселяет в доме матерью, радующейся о детях. Слава тебе, Господи, так спокойно на душе стало. Значит, Господь что-то умное придумал. Да. Мы глупые думаем, как лучше. Господи, дай нам вот это, дай ему, вот мы хотим. А то оно лучше нам приготовлено. Лучше и умнее, чем мы можем. Что будет, как будет, а все воля Божья. Но бесплодных у меня на уме нет никого. Что там Господь? Про Андрея, про папу вашего молилась. Что дальше, как с ним? И такой ответ. Дальше сам. То есть все, что он делает, теперь сам. Все, что я могла, я сделала. Как я могла, я его унесла, вы знаете. Ни разу я при вас его не обозвала, не обскорбила никак, чтобы... А когда кто-то из вас помнит что-то нехорошее на папу сказал, что я ответила? Пап не выбирает. Отца Господь дал. Не будь хамом. Было такое? Вот, правда, не помню, кто такое сказал из вас, кто-то ляпнул. Не позволила себе. Так что теперь он сам. Теперь его. Работы Царство Небесное зарабатывает. Помоги ему, Господи. Помоги ему, Господи. В чем виновата? Прощение у него попросили. Ну, а дальше. Насильно в Царство Небесное не затащишь. Насильно молиться не заставишь. Верить в Бога насильно заставить невозможно. Только единственное, что я молюсь, когда говорю, Господи, верую, помоги, Господи, моему неверию. И вы также, слышите? Просите у Бога молитву. Просите. И вот раз. И даст волю. Волю, чем просить. Я надеюсь, что вам Господь такое чудо даст, как мне, радости, встречи, промыслительные. Когда вот стоишь на молитве, и не знаешь, сколько минут прошло, а на душе радостно, радостно. И все проблемы как-то сами собой решаются сразу. Не то, что кто-то пришел, что-то сделал, а ты понимаешь, что это тебе не нужно. Вот сейчас устаю на грани, я понимаю, что вот это мне не нужно, вот это мне не нужно, что... Больше половины всех вот этих вот забот, проблем, которые я сама себе наворачиваю, оно лишнее, оно не нужно. Что-то это все отстает. Поэтому и, Ванечка, ты у нас сейчас самый главный в семье, получается. Захочешь кого-нибудь обидеть, обидь себя. Захочешь кому-нибудь оскорбить, оскорби себя. Вот захочешь кого-нибудь приласкать,
Превозгай себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Хватит меня, хватит меня. Так что думай. Все, что не делаешь, все как для Бога. Ясно? Угу. Так что. А там как Господь усмотрит. Я тут как в монастыре живу. Встала, помолились, поели, помолились, послушали. Планшетник, слава Богу, работает. Барахлит, работает. Почитали, поели, помолились вообще. Как на курорте и как в монастыре одновременно. На курорте потому что кормят часто. А как в монастыре, потому что, слава Богу, есть возможность помолиться. Дома бы я так не смогла. Согласитесь, ребята. Дома бы я. Ах, они там не доделали. Ах, они там не доделали. Ах, надо подсказать. Ах, надо это. Нет. Все. Теперь сами. Все, что я могла, уложила. Уголь. Теперь сами. Ну, уголь решим. Уголь решим, я обещала, решим. Так вы железо зачем почистили? Для угля? Нет, лес мы почистили не для угля. А потому что нам лесники ругают. Да. Слава Богу. Они как раз мимо уже проезжали. Дождалась, а? Листики. Всю зиму ждала, когда лето будет. Всю зиму в окошко смотрела. Увижу лето, не увижу. Увидела. Слава Христу. Так что и каждый день заканчиваю. Благодарю тебя, Господи, за день, который ты мне дал. Еще плюс один день. Вот смотрите, как время-то сокращается. Сперва, когда вот эти вот сон был, не сон, а вот это видение про 10 лет, которое я выпросила от ангела. 10 лет, каждый год считала. Нестору день рождения. Васеньке годовщина. Вспомнила? Ага, год прошел. Проходит немного времени. Вот столько-то месяцев осталось. Проходит времени. Считаю, вот дни. А теперь каждый день считаю. День прошел, слава Христу. Время сократилось. Считала годами, неделями, месяцами. А теперь днями. Вот такие. Ну что, пойдемте? Аккуратненько. Меня аккуратно нести надо. На я не смогу не остаться сейчас. Можешь на руки поднимать? Нет. Нет, не надо меня поднимать. Не надо. Поднимем. А если вот потребуется вас спасать? Зубы стисну, губу закушу, но подниму, донесу. Это узнаешь, что у меня такое еще чувство было один раз. Вот точно такое же чувство. И к мамике поближе. Был как, помните, я вам сон-то рассказывала или не рассказывала? Якурит. Это когда такой был сон, как будто я лежу в краевой больнице. Да, говорила. И было такое чувство, как будто вот кто-то связал меня по рукам и ногам. Связал, и я выйти не могу, не шевельнуться, ни руку не поднять. И как будто меня выносят сквозь окно, и подо мной вот эта пропасть. Там же все-таки девятиэтажка, представляешь? И вот этот вот ужас. И я не могу шевельниться ни языком, ни рукой, ни ногой. И вот такая вот, вот у меня, не знаю, вот такое вот чувство, когда вот ребенок первый раз идет, шаги первые делает, поворачивается, там мамка улыбается. Типа, давай, давай. И у ребенка сил прибавляется. И вот у меня, знаешь, в голове, Господи, помоги. И тут же вот как будто вот кто-то на меня вот так же посмотрел, улыбнулся, сил прибавилось, я руку поднимаю, да воскреснет Бог. Дикий визг в ушах. Это вот, знаете, аж сердце замерло, такой страшный визг, ужасный. И раз я просыпаюсь, я чуть ли не на полу сижу, вот в таком ошарашенном виде. То есть я сидя как-то это, то есть я не встала, я даже не могу понять. Но вот именно вот этот вот Господь силу придал. Просто Господи помоги. И сразу столько сил. Вот такое чувство. И вот у меня сейчас так. Что Господь рядышком стоит, смотрит, улыбается. Помогает. И вы когда что-то делаете. Фу. Так, что-то у тебя знаете, рубль бросил, да. Что ли? Нет, упал. Подними. Вот когда что-то делаете, знаете, я рядышком. Хорошее делаете. Я с вами молитвой на несколько рубль, да, несколько потом. Помоги вам, Господи. Молиться вас не перестаю. Верю, справитесь. Не зря Господь вам сказал. Ты вообще не должен был родиться.
Да вы вообще ни один не должны были родиться. Мне как врачи сказали, не будет ни одного после первого выкидыша. Первая беременность и сразу выкидыш. Не будет. Не будет. Ну, я им каждый раз привет передавал. С роддома. Ну, а Ванька? Двойня беременна была. Один развивался, один нет, Ваня вырос. А и Фросинька, как они настаивали? Беременность неперспективная, беременность неперспективная. А с Нестором, как я беременная ходила. Енечка, помнишь, нет? Когда у меня ноги на 6 месяце отказали, как я с двумя палками так ходила. Папа смеялся, ну ты, говорит, прям как епископ, с двумя пастухами. Ну-ка, слава Богу. Ой, как я там ползала. Ты же меня из-за Васи в школу отдала в 6 лет. Да, из-за Васеньки, что Васенька должен был родиться в 6,5 лет, мы тебе и отдали в школу. Не было, мне там месяца не хватило до половины. Ну, не родился Вася. На чем вы были? Зато в школу пошла. Ты самая молодая. Ого, все вымерено. А вот смотри, как бы мы теперь с тобой, это, что бы мы делали. Вот представляешь, вот просто отмотай немножечко назад. Год назад. Я в больнице. Кто бы с тобой куда поступал? Да. Когда бы мы чего бы успели? А так ты все вовремя успела. И поступить успела. Ну, сейчас Иван сам поступает. Сам будешь поступать. Родителя, конечно, возьмешь. Да Сережу возьмешь. За шкирку. Почему за шкирку? Папа нужен. Папа должен. Под руки, да, он тоже подписать документы какие-то. Документы. Так положено. Угу. Слава Богу, за все. Объявление читают. СМС-ки. Одинокая собачка желает познакомиться. Ну, а как все это нужно? Ну да. Ой, выгуляли вы меня. Слава Богу. Лето дождалось. Сейчас бы еще дуванчиков дождаться. Так они уже. Так они уже. Только их тут нет. Ну нет. Вы знаете, что у меня дуванчики самые любимые цветы. И мои. Ну что, да. Они расцветают обычно, мои когда... Я с Иваном в роддом-то поехала беременная. Еще ни одного дуванчика не было. А выписали, а дуванчиков море. Мы Ване прям по дуванчику тоже фотографируем. Нет фотографии туда, делись. Ну, мои гвоздики любили. Да, ну откуда здесь поиск? Татьяна Кузьминична, дом. Зал рядом. Ну, Женя, трамвай, они... А это кто? Они так... О, так, Валя. Там, наверное, бежит для какого-нибудь подвоза. Я найду. Может, что-то приходит. Цветочки скоро выпуск поеду. Чем? Тут... Вон, на пенек, вон, садись. Я один на пенек. Зачем? Мама вот запыхалась. А нормально, что не нравится? Ну-ка. Вот смотри, одуванчиков нету, а эти, нарциссы есть. Не только. Так там должен быть одуванчик, если поискать. На поселке их очень. Дуванчик? Фу. Там у меня этот передавал из дяди Сережи журнал, там дуванчиковые варенье. Дуванчик. Ну что, Господь даст, все будет хорошо. Мы ж христиане. Фу. Мы христиане. Для нас все хорошо. Все, что он хочет. Правильно? Угу. Это дуванчики есть.
Какая же? Цветов нет. Может, потому что еще прохладно. Класс. Даже нет. Хризантемы кладут. И клен. И клен. Вот вездесущий клен. Вот он. Вот он клен пробивается. И вот он клен. О, этот листик даже пустил. Мам, это тут же листик и пустил. Ну, сорняк. Супер сорняк. Пупец, супер пупец. Ну, детям какой наказ дашь в случае опасности? В случае опасности у нас уже все проговорено, вымерено. Куда бежать? В лес. Куда бежать? В лес. Спасаться в лес, спасаться на горы. 24 Петруси есть. У нас Нестор. Гениальный человек. Воистину гениальный человек. Завел себе WhatsApp. WhatsApp записал всех родственников. У всех родственников спросил телефоны их родственников. Связался со всеми родственниками и выяснил, что оказывается у нас в Барнауле столько родней. Мы даже не ожидали. Это которые родни это папы или родни приезжие у нас? Вы тут не особо как сидите, что на цветы знаем. Посажены. Вот мы посмотрели, вот цветы посмотрели. Мы сюда не заходим, да. Хризантемки у вас? Да. Нет, это не хризантемки. А кто это? Хризантемка у меня вымерзла, тут желтенькая астрочка. Красиво. Похоже на хризантемку. Похоже на хризантемку. Это родственники папы или родственники твои? Нет, это мои родственники. Ты думала, они все в Казахстане? Нет, я тоже думала, что они все в Казахстане. Если ты не помнишь, у нас линия оборвалась из-за того, что дедушка у нас... Родного дедушка. Родного дедушка. Не знаю. Вот поэтому линия оборвалась, тем более бабушка. Они же с дедушкой, с бабушкой вот, развелись еще, когда узнали, что папа... Когда папа заболел, они там развелись. Дедушка, наверное, не знает, что папа такой глухонемой. А ты говорила, что знает. Знает? Ну, что, факт, что они ехали туда и... Связи никакой нет. Письма бабушка писала. Письма пришли без ответа. Ну и родственники-то, которые Нестор нашел, что они? Поддерживают. Нестор создал в WhatsApp группу «Семья». Они у меня каждый день спрашивают, как я себя чувствую, как дела. Пересылают. Приглашали казахстанский его в Казахстан. Местные тоже обещали помощь. Мой двоюродный брат согласен при необходимости взять их под опеку. При необходимости. Ну, а еще выяснилось, что у нас троюродная сестра моей мамы. В общем, как, я не знаю, как называется, двоюродный брат этой женщины был двоюродным братом моей мамы. Значит, получается, троюродные родственники. Каким-то образом родственники. Это при необходимости. Тетеребы, которые? Да. Так. Чего? При необходимости они находятся на той территории и вызывают тех родственников, которые будут как опекунами или, что быстрее, что лучше, наших из общего. А там уже на месте решают этот вопрос. Но остальное выполняем только на Господа. Так в первую очередь пора помолиться. Чтобы глупости не было. Потом мы поторопимся, посуетимся, а потом думаем, а вот если бы мы не торопились, не суетились, оно было бы так. Не торопиться. Не торопиться. Сперва молитва, потом работа. Поверьте, ребята, так всегда лучше. И у меня на работе тоже что-то не получается. Ну не получается, ну никак на этой работе. То вакцина не идет, то еще что-то. То температура прыгает. Вакцину же подогревать надо. Помолишься, смотришь, плитка заработала. И все удается. Ой, как я там на работе жарко молилась. Особенно когда работа трудная. Инкубатор или еще что-то. Помолишься, сразу кому-то силу прибывает. Все, стал молиться. Нет, стал молиться. Растешь быстро. Ну что, давайте прощаться. Ну, чё, молиться будем? Надо остаться еще чуть-чуть. Я могу? Ну давайте помолимся. Братья пойдут,
чё? Господи, слушай. Слава тебе, Боже. Слава тебе. Благодарю за встречу, которую ты мне сегодня устроил. Дима хороший. Также я пошла со всех соскучилась. Благодарю тебя, Господи, что детки ко мне сегодня приехали. Что столько братьев и сестер. Господи, как ты мне грешно залюбишь. Сколько людей обо мне молятся, сколько людей обо мне заботятся. Слава тебе, Господи. Благодарю всех. Благодарю тебя. И за день всех чудных. Что погулять со мной. И что ты мне дала. Что я себе родна. И что сильно не знаю. Я всегда, ребята, слышу. Молитвенно я всегда знаю. Господи, верю не оставлю. Девчат моих. Не мужа моего. Благодарю тебя, Господи. За все дела твои чудные. За испытания твои трудные, которые ты послал мне. Ты мне послал меня. Ты же мне дашь силы, Господи. Преодолеть все. Только не спалить. Дай мне силы не отпускать ризику. Дай мне держаться. Не взроптать. Помоги мне. Благослови их путешествующих, чтобы благополучно доехали. Не проси их, которые бы не были. И благослови тех, которые дорогой себе. Тетя Таня. Как вы меня живете. Слава тебе. Слава Богу. Аминь. Ура. Обнимашки. Я планирую.